Двое строителей погибли на Академика Сахарова. Мужчин придавило вследствие обвала котлована и строительных конструкций, который произошел около 3 часов дня. На месте работали 20 спасателей, 4 единицы спецтехники ГСЧС, экскаватор строительной компании. Спустя 1,5 часа из-под завала достали тела. В полиции начали расследование случившегося. Виновникам грозит до 8 лет тюрьмы.